Ну, для начала я перефразировал бы сам праздник, потому что, на мой взгляд, это не День Победы, это День мира. И люди должны праздновать не победу над кем-то, потому что тем самым мы унижаем противника. Нужно отнестись с пониманием, что такое было время, это прошло. И слава богу, это прошло. И сейчас это нас не касается, слава богу. Нужно праздновать мир. Мы заслужили мир. И неважно, кто был побежден, а кто победил. Мы в мире живем. Мы живем в мире. Мы наконец-таки 21 век. Я не понимаю, почему люди воюют. Я считаю, что давно пора наше время решать вопросы за столом переговоров. Выпить чайку. Мне очень нравится, как происходит выбор папы в Ватикане. Их закрывают, и пока они не примут решение, их не открывают. Я бы делал так. Все главы государств, их собрали. И вот есть конфликт. Вот есть конфликт, и он нерешаемый. И тут два варианта. Или договориться, или воевать. Почему не договориться? Вот сесть, всем обсудить, всем дружным миром, это всех касается, и решить. Вот когда будет такое понимание мира, тогда действительно будет праздник мира, чего я очень всем желаю и хочу. Чтобы мы праздновали 9 мая не День Победы, праздник мира.